Кишиневский цирк медленно, но движется к реставрации. Андрей Лакоман, директор государственного предприятия «Молдова Концерт», сообщил, что проведена техническая экспертиза здания и сконструирована 3D-модель, которая будет использована в дальнейшем. Только на это ушел 1 800 000 евро. Деньги выделил Европейский Союз. Весной следующего года будет готов проект, и я надеюсь, что осенью будет объявлен конкурс по выбору подрядчика для строительных работ. В настоящее время для представлений пригодна только малая арена. Большая закрыта 16 лет. Планируется, что после реставрации она станет многофункциональной. Вместе с Министерством культуры при подготовке технического здания мы попросили проектировщиков сделать так, чтобы на новой арене можно было проводить театральные представления, концерты и спортивные мероприятия. В нынешнем состоянии обслуживание цирка обходится государству примерно в 70 000 леев в месяц.